Благодаря ежегодному темпу роста экономики города, соответственно, увеличивается и бюджет мегаполиса. С июня поступления составили порядка 4 миллиардов тенге, а это значит, что все сферы жизнедеятельности Алматы получат дополнительное финансирование. Общая сумма городской казны на сегодняшний день составляет 305 миллиардов. Это при том, что трансфертов из республиканского бюджета на мегаполис выделено на 14 миллиардов меньше по сравнению с прошлым годом. Депутаты в четвертый раз утверждают расходы на этот год. И это не уточнение, а перераспределение бюджета благодаря дополнительным средствам, поступающим в казну мегаполиса. Значит, экономика города растет. Если бюджет по стране был урезан на 130 миллиардов, а у нас он на 69 миллиардов за это время вырос. Это, конечно, то, чем можно гордиться нам с вами. Таким образом, дополнительное финансирование в этом году получат практически все сферы жизнедеятельности. На здравоохранение выделено более 50 миллионов тенге. Программа по социальной защите населения дополнительно получат почти 33,5 миллионов тенге. На сферу образования выделено более 436 миллионов тенге. На проведение капитального ремонта кровли, если сада 137, 10 миллионов 447 тысяч тенге. На укрепление материально-технической базы трех дошкольных учреждений после завершения строительства и капремонта 99 миллионов 383 тысяч тенге. На увеличение заработной платы музыкальных школ города Алматы в общей сумме 92 миллиона 183 тысяч тенге. Так, только за 5 лет в городе было построено более 5 миллионов квадратных метров жилья. Это в 2 раза больше, чем самую успешную пятилетку строительного бума с 1986 по 1990 годы. С 2008 года в Алматы построено 20 школ, столько же больниц, более 20 детских садов, 20 дорожных развязок, 140 километров новых дорог и улиц, метрополитен, а также 6 новых спортивных объектов. К слову, таких темпов строительства в Алматы не было за всю историю существования города. Агирова Тибек, Жанибек Бимагамбетов, телеканал Алматы.